Знакомьтесь, это Баста. Она одной из первых попала в поводок. Баста и ее щенята поселились на стройке приюта, а потом стали первыми постояльцами. Сейчас Басте 5 лет. Кинологи обожают эту собаку. Она невероятно обаятельная и ласковая девочка. Любит людей. Баста очень чистоплотная, дома ничего не портит и не грызет. Легко переносит стрижку у грумера и любит, когда ее вычесывают. Для собак это редкость. Баста знает, за своей роскошной шерстью нужно следить. Баста знает только базовые команды, но зато отлично умеет себя вести. Она уверенно чувствует себя на прогулке, не тянет поводок и не убегает. Умеет ездить в машине, ладит с сородичами, котами и обожает детей. Баста привита, полностью здорова и очень ждет свою будущую семью в приюте «Поводок».